Что сказать? Привет, джунгли! Надеюсь, завтра придут помощники и помогут метровую траву скосить. Наконец-то солнышко садится. Нам помогли скосить траву. Иначе бы я не думаю, что мы смогли бы управиться нашими аппаратами. Так как почти каждый день идет дождь. И попробую. О, даже не получится убрать эту траву. Ее так много. И ее так хорошо измельчили. Так что даже не стоит ее пробовать убрать. Кажется, все свежая трава. Так. Пойдемте, я вам лучше покажу свой сад. Здесь у меня розочки цветут. А здесь красивые лилии. Пойду поищу грибочки. Всю ночь шел дождь. Возможно, есть грибы. Такое соорудил. Нам Маркус, по-моему, это все сделал. Можно. Наверное, для пикника. Не знаю, с какой целью он построил это все. А, здесь просто было дерево срублено. И поставили рядом. Стыли. Пеньки. С этой стороны. Грибочки, грибочки. Вы где? Молодцы, ребята. Помогли прибраться.